Его единственная слабость. А сейчас срочное включение после огромной утечки данных, которая повлияла на весь мир. Так называемый фан международного контрактного агентства. Они раскрывают элитное интернациональное контрактное агентство, работающее прямо под носом властей. И мы выиграли. Не так. Что будет дальше? Теперь ход за вами, мисс Бёрн. Знаете, у меня есть и другие кандидаты. И большинство из них не привязывали меня к стулу. Вы видели новости. 47-й действовал в одиночку. Он неконтролируем, неостановим. И договариваться с ним бесполезно. Он найдет вас, мистер Эдвардс. И я единственный ваш шанс. Я внимательно слушаю. У 47-го есть одна слабость. И я... Старые привычки. Я кое-что нашла. Это аэропорт Буэнос-Айреса этим утром. А теперь смотри. Вестники. След обрывается в аэропорту, но... Оказывается, у главного оперативника Провиденса в этом месте есть винодельня. И Дон Йейтс, печально известный юрист из фирмы Морган Йейтс и Кох. И сегодня он организует вечеринку по поводу своего ухода на пенсию. Она внедрилась к ним. А это ее сообщение. Ей нужна моя помощь. Я не купилась. Ты не знаешь ее. В любом случае, если ты отправишься за ней, то сначала нужно разобраться с вестником. Ее зовут Тамара Видаль, бывший сотрудник ЦРУ и радикальный политик. Она мастер слежки и наиболее доверенное лицо Константа. У нее глаза повсюду. Пока она в деле, далеко тебе не уйти. Зачем ты мне это все рассказываешь? Мне казалось, ты вышла. Да. Старые привычки, наверное. Ладно, мне нужно идти. Увидимся, 47-й. Нет. Уже нет. Потому что ты не дура. Лучше просто пошутить над ним. Йейтс любит свои маленькие игры. Не задерживайся. Ты получил мое сообщение. Ты бы никогда не попал на камеру, если бы, конечно, не захотела этого. Итак, какой сценарий? Ты единственный, кто был занят делом, 47-й. Я невероятно близка, чтобы стать следующей константой и получить возможность уничтожить Провиденс изнутри. Лишь один человек стоит у меня на пути. Дон Йейтс. Этот червяк был юрисконсультом у партнеров уже много лет. Он главный соперник. Так что нужно устранить его. Не сработает. Если Эдвардс узнает... Я заверю его, что ты действовал в одиночку. Месть за Грея. Доверься мне, я знаю, что делаю. Вестник, Тамара Видаль. Ее глаза повсюду, и все смотрят на тебя. Ничего не выйдет, если мы ее не устраним. Она почти не оставляет меня наедине. Какой бы у тебя ни был план, я помогу, чем смогу. Ты уверена во всем этом? Как никогда раньше. Вот, я раздобыла тебе пригласительное, как старые добрые. You're in a fight today, right? But...
Got it. Он не может быть серьезным. Он просто не может. Это неприлично. Сколько раз ты перечитаешь это, прежде чем поверишь своим глазам, дорогой? Или ты пытаешься отогнать буквы? Ты только послушай. Я пополняю команду вестников. Диана Бёрн, бывшая сотрудница Международного контрактного агентства. Пожалуйста, считайте ее моим представителем. На нашем празднике с уважаемым Артуром Эдвардсом. Да, мы прошли через это, Дон. Ты можешь в это поверить? Это женщина, которая вела кровавую войну с Провиденс. Она причастна к гибели бесчисленных количеств вестников и оперативников, включая Кена, нашего друга Валентина. Эдвардс лишился своих способностей? Эта женщина наверняка следит нашим падением. Эта женщина расчистила ему путь к вершине. Стоит ли удивляться, что он хочет держаться ее рядом? Партнеры, ты не думаешь, что он... Нематериально, дорогой. Почему бы нам не прогуляться? Воздух пойдет нам на пользу. Да, полагаю, ты права. Мы разберемся с этим домом. Ты и я. Мы всегда разбираемся. Oh. Huh? What the heck was that?
you're going to be okay, I'll go and get someone. I dare say congratulations are in order. Сорок седьмой. It's done. Все сделано. Что дальше? Now, теперь мы ударим в самое сердце. Edwards. Эдвардс. You know how to find. Ты знаешь, как найти его, не так ли? Эдвардс сам найдет тебя, 47-й. Он неуловимый, никогда не даст тебе забыть тебя об этом. Его самоуверенность его же и погубит. Каков план? Здесь слишком людно. Встретимся на оливковой роще на закате. Последняя танго, 47-й.